Так, ну что же, мы долго-долго ехали и приехали на Рейнский водопад. Уже купили билеты по 5 франков на человека, детский 3. Сходили в бесплатный туалет на платной парковке. И решили покушать мамкиных чебуреков. Да, ну что там, там один остался. Что есть, дома остальное. Сейчас покушаем и пойдем. Так, вот там вот находится касса с билетами. Тут вот парковочка. Там мама. Это вредные самки богомола. Вот такие вот швейцарские скамейки, коровки. Коровки-скамейки. А вот он, вход. Сюда. А вот там уже шумит водопад. Ну вот показана инфраструктура. Мы, получается, находимся здесь. Сейчас мы спускаемся и погнали. Да. Давай. Опа. Yes. Оп. Прошли. О, уже видно. Ничего себе, отсюда виды открываются. Серьезные, да? Это серьезный движ. Не знаю. Там прям вода, посмотри как. Это сильно. Да, мы, конечно, немножечко в шоке. Красиво тут, да, Лена? Да. Так, движемся далее вниз. Да все уже, мне кажется. О, тут еще есть, можно. Все ниже и ниже. Не, ну Рейн тут сумасшедшего цвета. И... Вау, отсюда вообще жир. Сейчас туда спустимся. Так тоже красиво. Капец, капец. Мы еще пойдем на ту сторону, поедем, погуляем там. Или пройдем туда, посмотрим, как лучше. Аляулю, вы где? Вы что, в пещеру там заглянули? Ага. Идемте ниже. Мы все ближе и ниже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот тут, да, посмотри, это как будто в кино, в кинотеатре. Это трэш. О май гад. О май гад. Каждым разом, как мы спускаемся все ниже и ниже, ощущения все больше и больше. Доча, как ощущения? Нормально. Все нормально. Вот вообще, это будет короночка. Все нормально. Все нормально. We'll be right back.
капец. Ребята, впечатления зашкаливают. Спускаемся еще ниже. Что же ждать нас будет там? Только Панаму не потеряй. Ветерок. Это капец, ребята! Так, решили пойти узнать, сколько стоит прогулочка на этой лодочке, хотя бы узнать, вдруг недорого. Но так как мы в Швейцарии, очень маленькая вероятность, что она стоит недорого. Вот тут стоит лодочка. Есть лодки, которые просто прогулочные, а есть лодки, которые на ту сторону тебя могут с удовольствием отвезти. Так, вот тут вот есть tickets online. Ух ты, смотри, тут туристическая тропинка. Вот QR-кодик надо навести. Захватил. Смотрим. Так, открывается. Как я и сказал, 20-ка. 30 минут. Это на желтеньком. А 15 минут 8. Да, да, это видишь на желтеньком. Желтенький прям туда. А видно, по-моему, синенький тоже прям туда подходит. 15 минут. И красненький, а 6 на ту сторону. На ту сторону. О, так погнали на красненьком. Так мы на ту сторону пришли? Ну да. А он отплыл. Да. Вот он отплыл. Не дождался нас. Но мы сейчас можем на нем лупануть. Вот тут расписание, что куда, почем. Вот. Вот эта двоечка, видишь, которая красная, вот она. Ага. А это бросы, Румса. Это бросы, это сколько он? 80 минут. Ого. Да. Чисто. 30 минут, вот. 30 минут, 11 франков, а когда? Вот отсюда такой вид. Красота. Расскажи, что почем? Ты купила уже? Ой, дело. Ну, и вот это. Сколько вот мы заплатили? 45 евро. Да. Это в франках 40. И, значит, вот на этом красненьком мы садимся, пересекаем Рейн на ту сторону. И там в 15.45 стартует 30-минутная экскурсия. И это все входит в этот? Да, в этот. А, и там нормально. Вот мы садимся и 30 минут колесим, и там же приземляемся, и потом с ним же, с этим красным, возвращаемся. И тоже все входит сюда. Все, отлично. Ну, надеюсь, Лена правильно поняла. Нет. Идемте. Ну да, они высадят нас там где-то. Так, такой вот on the boat. Тебе помочь вам или ты справишься? Да, я сама. Ага, отлично. Оп-оп-оп. Алло. О, шикарный вид. С этой стороны приехать. Да? Ну да, он же назад даст и будет. Окей. Вот так вот. Красота! Доча, домой хочешь? Да. Значит, мы уже уселись на лодочку, которая нас привезет на ту сторону, а там главное успеть. Через 6 минут отправляется та лодка, которая 30 минут по водопаду. Супер! Сейчас посмотрим, права была ли Лена, что это так стоит, всего лишь 44 евро. Мне кажется, что-то подозрительное, слишком дешево. Вообще не похоже на Швейцарию. Отправились. Да, туда.
погнали. Водичка какая чистенькая. Водичка от ТАСС. Ох. Перешортовались. Так, идемте. Сейчас надо успеть на следующую пересадочку. Так, водопад видно. Конечно. Ой, смотри какая. Вау. Сколько рыбы. Красота. Так, идем. Так, 30 минут. Не сюда? Что-то мы не сюда. Оп, 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 оп. Should we go? Бежим, 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 бежим. Не сюда. А, не сюда, не сюда, не сюда, бежим. Побежали, побежали, побежали. Еще, еще, еще. Сюда. О! А вот это наш. Сюда, слушайте, да? Да. Так, нормально, Анастасия, давай. Так, ну что, мы не опоздали. Нам дали такие вот интересные гаджеты с экскурсии на русском языке. Замечательно. Вплотную нам придется немного намокнуть. Вот там вот мы были на смотровых площадках. Вон видно. Что 30 метров? Ага. Нормально тут. Лёша, держись. Ой же. Плоскодонки. Немного адреналинчика. Мама мия. Ё-моё. Стремновато. Ё-моё, посмотри, волна. Ты видела это? Как нас быстро от него отнесло, да? Что, мы опять приближаемся? Угу. Я больше не хочу. Страшно мастенько. Опять приблизились вплотную, а? Что ж это происходит?
Давай, хорошо. О, как близко. Держитесь. Ёкарный баба. Как он близко. Ой. Промокаемая камера. Да, это было немножечко экстремально. Но освежающе. Освежающе, да. А, ребята, короче, всем рекомендуем. Это действительно стоило 44 евро, да? 44? На четверых. На четверых. Полчаса. Море впечатлений. Экстрим. И вплотную приблизились. К этому водопаду, ну вообще очень-очень круто. Если будете здесь, обязательно возьмите полчаса, не 15 минут, а 30 минут. Тут вообще рыбы немерено, просто, да? Как будто аквариум, домашняя рыбка такая, да? Такая себе. Ой, там? Ага. Немерено. Ага. Класс. Вот это вот главный замок тут, через который проходили все товары. Это вид уже с другой части стороны Рейна. Это получается северная и южная сторона. Южная мы были, а это сейчас северная. Вроде так, если я не ошибаюсь. Ну, очень-очень круто. С этой стороны он тоже супер смотрится. Так, а вот это вот памятник алюминия. Здесь, кстати, очень давно это было место, где было много-много, кажется, есть много-много алюминия. Вот такая вот тут набережная на этом берегу. Нам надо идти вон на тот вот мост. Мы начали снимать на Аринин телефон, так как кое-кто забыл пауэрбанк в машине. И даже не извинился. Не чувствую. Я извинилась. Ага. Так что может поменяться звук и изображение чуть-чуть. Вот такой вот вид на этом берегу набережной. Вот ее протяженность оттуда там не вышла с лодочки. И вот так 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 вот шли. Мы устроили тут легкую фотосессию. Водичка блестит. Такая вот красивая набережная, цветочки здесь. С этой стороны совершенно другой вид. Раскрывается Рейн, так. Вода блестит. Красота. Ну, вот тут такой грот. И водопад. А вот там показано, сколько там метров. Вот такой вот вид отсюда захватывает всю силу и мощь. Так, дорога к мосту ведет через ступеньки, по ступенькам. Вот так вот, немножечко вверх. Идем. Так, ну, ступеньки не такие уж и крутые. Раз, два, три, поднялись. Да, что сложно. Указатели, конечно, загадили капец. Да? Вот она вся Швейцария, загаженные указатели. Так, ну что хочу сказать. Что мы здесь уже 3 часа. Вот. Вы сами видели, сколько мы уже успели посмотреть с разных сторон.
Уже мы подходим к мосту. Будем переходить на ту сторону обратно, идти к паркингу. Сейчас еще пару сюжетиков с моста. Может, тут по пути еще будут какие-то смотровые. Вот уже сквозь деревья проглядывается мостик. Мы уже близко. Живы. Мать там зарядку делает. Да? Да. А камера не жива. Осталось 10%. Я экономлю как могу. Вот уже замечательно. Близко мост. Такое вот течение здесь. Вау! Вот это да! Вот это да! И все, вода пропадает там, исчезает просто. Вот такое, ах, течение. Тут бы на дроне полетать. Тут достаточно ветрено. Вот та сторона, оттуда весь поток идет. Вот так вот за моей спиной красота какая, сумасшедший поток. Да, вон красота какая. Ну что же, вот такой вот коротенький обзорчик украинского водопада. Я надеюсь, вам понравилось. Доча, а тебе понравилось? Да. Да? Круто, да. Скажи. Мощь воды какая сильная. Поэтому рекомендую всем приехать. И спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь. И вот такой мой магнитик купили. Да, ну по традиции мы везде покупаем. Да. Магниты. Все, чусь. Пока. Пока.